Кандидат нашей партии Дмитрий Чубашенко лидирует в Бельцах, а также многих других районах страны. Так, в северной столице президентский рейтинг кандидата нашей партии, который обязался в случае победы тут же разогнать карманное парламентское большинство Плохотнюка и провести досрочные парламентские выборы, достиг 46%. Об этом свидетельствуют данные опроса, который проводится уже вторую неделю на сайте votum.md. Чубашенко также с большим отрывом лидирует во Флорежском, Тараклийском, Шалдонежском, Дрокиевском, Единицком, Дондюшанском, Рыжканском, Сорокском, Бричанском, Фалежском и Лиовском районах. Советы многих из этих районов уже выразили поддержку кандидату от нашей партии. Новичок в политике, журналист, который впервые участвует в предвыборной кампании, показывает феноменальные результаты. Он вошел в тройку лидеров президентской гонки вместе с Игорем Додоном, который много лет занимался политикой и занимал в Молдове руководящие должности, а также с бывшим министром просвещения Майей Санду. От ее результата Дмитрия Чубашенко сейчас отделяет всего 2,5%. Сам Чубашенко неоднократно отмечал, что отсутствие политического опыта – это его плюс. Опыт молдавских политиков – это опыт предательства. У меня его действительно нет, подчеркивает Дмитрий Чубашенко. Noi suntem o forță nouă. Usate a venit 2 ani în urmă, s-a întors din Rusia. Nu este un om, un politician compromis, a făcut multe lucruri bune la Belz, unde este primar. Eu, în deopște, 6 săptămâni sunt în politică, n-am experiență de politică, dar cred că este un lucru bun, că n-am. Decât experiența lor de trădare, furt, și amăgirea, mai bine să nu ai experiență.